Друзья, всем привет. Рассмотрим такую ситуацию. Когда нет под рукой хомута или пассатиш тех же, чтобы можно было бы затянуть шланг, чтобы его не сорвало. Затягивать я буду проволокой. Проволока у меня вязальная. Привязываем одну сторону проволоки к чему-нибудь. Ну, у меня в данный момент есть тиски, поэтому я его просто зажал в тисках. А вторую сторону просто наматываем на что-нибудь, на любую палку. Вот, ну, у меня, конечно, есть отверточка. Просто сделаем пару витков, чтобы можно было крепко держать ее. Дальше берем шланг, который нужно затянуть. Делаем два витка. Вот так вот, да, видите? И просто делаем вот такие движения. Сначала в одну сторону, потом в другую. Еще в одну, вот видите, он утягивается. И просто потом... Хоп, прокручиваем его. И все. И теперь... этот шланг никогда не сорвет. Это, я думаю, что даже надежнее, чем хомут, который вот продается в магазине. Отламываем лишние концы проволоки. И все, друзья, все, это мертво. Его даже не провернуть. Вот этот шланг никогда не сорвет. Друзья, если нравится видео, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся. Всем добра. Пока.